момент каждую осень в Австрии, в Германии происходят такие так называемые колбасные балы. То есть когда заготовка происходит на осень, как наш праздник урожая, у них это называется так. И, естественно, Шуберта приглашали на эти балы, и вот там он, конечно же, играл музыку, и Фогель пел под аккомпанемент автора. И сейчас мы с вами послушаем один из самых популярных романсов Франца Шуберта. Это «Форель» на стихи Шуберта. Поэт был такой, почти созвучные имена. Исполняет Татьяна Барсукова, аккомпанирует Елена Степанова.